Здравствуйте, друзья. Такой небольшой коротышок, я их называю коротыши. Ну, то, что до двух минут. Но все равно интересно, как пытаются доминировать, как они пытаются протараторить в надежде на то, что человек просто испугается и начнет блеять и идти на поводу, как тот бычок на убой. Но давайте посмотрим, как у нее эта попытка, чем она закончилась. Внимание. Здравствуйте, меня зовут Замерзшая Наталья Сергеевна, специалист административного взыскания по финансовому делу, Павел Николаевич, звоню по службе по должности. Оплата будет поступать добровольно от вас? Павел Николаевич. Сразу напор такой. Алло. Да, я слушаю вас. Напор такой, я слово-то... Прошу вас, Павел Николаевич. Да, я это... Да, а что вы? Ну, хотя бы с кем разговариваю, ничего не понял. Я представилась изначально нашего разговора, Павел Николаевич, и кто я, и фамилия, да, и имя, отчество. Ну, я не расслышал. И спросила вас, добровольно ли вы будете оплачивать. Я бы не говорил, где я говорю, Это я сказал так же, как и вы мне представились. Да, там вся информация. Тогда, Павел Николаевич, будете получать звонки, а еще и... Давайте поговорим, вы просто представитесь нормально. Нормально представитесь, и мы поговорим. Я не буду представляться вам еще раз, Павел Николаевич, потому как дело заходит, когда про долг, у вас вечно какие-то причины. А, вы боитесь разговаривать? И на протяжении 313 дней при действующем кредите аппарата не поступает. Вы в график платежей не возвращаете. Так я сейчас все рассказал вам. Вы же что, не услышали, что ли? Я же все выложил. Что вы только что рассказали? Я не услышал. Я повторять не буду. На протяжении 313 дней я вам это все рассказываю. И сейчас рассказываю. Да, ну так вот, подробнее расскажите по месту прописки. Улица Кундрикова, 28. Все доброго, до свидания. Отказ зафиксирован, можете дальше продолжать уклоняться. Очередной, да, отказ? Очередной отказ, да? Алло. Эй, давай поговорим. Ну да, вот такой, типа, марсианский язык, потому что она вот решила, что ее мы все обязаны понять, когда она в самом начале разговора протараторила. А в ответ ей должны говорить, конечно же, на человеческом, на русском в данном случае языке. И у нас нет такого права говорить на понятном для нас языке. Ну вот, друзья мои, разбирайтесь. На марсианском будем с вами языке разговаривать, или какой он там, венерианский, может быть. Короче, на инопланетном, так вам и надо. Гляди-ка-то. А ну что, друзья, не могу много тут комментировать, все это понимают. Просто перенаправлю вас в описание ролика. Ссылочка на наш сайт в описании ролика есть для тех, кто хочет встать под юридическую защиту и воспользоваться услугами высококвалифицированных специалистов, юристов, для того, чтобы в законном, подчеркну, в законном формате, а мы эксплуатируем строго законные методы, обрести статус человека, который свободен от долгов. Еще раз подчеркну, в описании этого ролика есть ссылка на наш сайт. На сайте выложена видеопрезентация, как устроена работа кредитных юристов компании «Алиам». Прежде чем оставлять заявку на нашем сайте на обратный звонок, пожалуйста, посмотрите это видео. После этого обратите внимание, на нашем сайте в правом верхнем углу есть телефон. Именно с этого телефона вам позвонят наши специалисты. Поэтому, чтобы не пропустить звонок, забейте себе в трубке ВКонтакте этот номер. Как это делается, наверное, каждый знает. Также для вашего удобства сейчас в окошке трансляции выйдет подсказка кликабельная. Вот она. Тоже нажав на нее, вы попадете на наш сайт. Ну а тем, кто недавно на нашем канале, я порекомендую подписаться на наш канал. Для того, чтобы чувствовать себя спокойно, свободно, перестать бояться. Назовем это так. Вот представьте себе простая аналогия. У вас что-то сильно болит. И вы не знаете, что и как сделать, как утихомирить боль. Конечно же, специалист вам подскажет, какую таблетку нужно выпить. Вы выпиваете, и боль проходит. Но это не значит, что все на этом нужно остановиться. Еще нужно пройти, как говорится, общекурсовое лечение, чтобы причину этой боли уничтожить, оздоровиться.
Вот в нашем случае, подписавшись на наш канал, вы проглотите ту самую таблетку. Я вам гарантирую, что боль ваша, связанная с неоплаченными кредитными обязательствами, успокоится. Но в ситуации нужно разбираться до конца. Для этого существует наша организация, компания «Алиан». Еще раз напомню, пройдите по сайту, посмотрите видео, как устроена работа, что мы для вас делаем, сколько это стоит, в какие сроки и так далее. Поверьте, это намного выгоднее, чем платить в банк. Даже в связи с тем, что, встав под юридическую защиту в нашу компанию, вы должны будете по нашим условиям прекратить все финансовые отношения с банком, то есть с вашими кредиторами, то есть перестать платить в банк вообще копейку какую-либо. Вот. Еще раз перенаправлю вас на наш сайт, чтобы вы посмотрели видео на нашем сайте. И так выходит подсказочка справа вверху, еще раз для вашего удобства. Посмотрите видео на сайте. Вот эта подсказка. Ну и, конечно же, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Ссылка в описании ролика тоже есть. Лайки, конечно, это я уже обращаюсь к тем, кто давно с нами. Выйти уже вот на сегодняшний день, на 23 июня, у нас 25 тысяч подписчиков. Канал растет. Сразу заверяю, не пользуемся никакими там накрутками. Чистейшие подписчики, чистейшие. Вот, это люди просто, которые подписываются. Никаких секретных там способов. Не покупаем подписчиков. Просто вот так вот развивается наш канал. Для кого-то может медленно, но я считаю, что зато у нас чистейшая аудитория. Итак, вступайте, если вы не вступили, ставьте лайки, пишите комментарии, ну и репост, друзья, в соцсетях, это очень важно, пускай как можно больше количество людей узнает о нас. Ну а с вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании «Алиан». Всего вам доброго, друзья. До свидания.